честь профессионального праздника педагогам вручили заслуженные награды. Герои Ямала Муравленко посетила первый директор детской художественной школы Людмила Ларионова. Боевое братство, ряды общественной организации пополнили ветераны боевых действий и участники СВО. Сегодня в Муравленко живут и работают более 600 педагогов. 98 из них имеют ведомственные и государственные награды. Около 30 – почетные звания заслуженных. В честь профессионального праздника Дня Учителя муравленковским педагогам вручили различные награды. В честь праздника наградами различного уровня отмечены более 80 муравленковских педагогов школ и дошкольных учреждений. Спасибо за ваш каждодневный труд, за тот вклад, который вы вносите ежедневно, ежечасно в развитие, восстановление, воспитание наших детей. Вы, наверное, поистине закладываете семена опыта, знаний, мудрости, которые обязательно дадут всходы. Среди награжденных – супруги Баерчук. Тренерская чета трудится в спортивной школе Муравленко. Александр готовит будущих чемпионов тяжелой атлетики. Екатерина тренирует юных волейболистов. Педагогам вручили благодарности депутата Тюменской областной думы и департамента по физической культуре и спорту Ямала. Каждый преподаватель, мне кажется, должен постоянно совершенствоваться. То есть, будь то воспитатель, будь то тренер, либо учитель. То есть, всегда нужно что-то новое находить, тем более время же не стоит на месте. Благодарности губернатора округа удостоена учитель английского языка первой школы Эльвира Ахмерова. Она приехала в Муравленко 22 года назад и сразу устроилась в первую школу, где по сей день учит детей английскому. Ее ученики – победители различных уровней олимпиад и конкурсов. Не только учить, но и учиться не перестает и сама Эльвира Ильясовна. Каждый день, приходя на работу, что-то надо повторить, что-то узнать новое, потому что дети задают очень своеобразные вопросы, прям не знаю, и ко всему должен готовить педагог. Почетной грамотой администрации города награждена учитель начальных классов из прогимназии «Эврика» Юлия Горькуша из учительской династии. Ее 22-летний трудовой путь в профессию педагога начинался с работы старшей вожатой. За эти годы я выросла, и ученики мои выросли, стали уже взрослыми. И даже сейчас в Эврику одна из учениц привела своего ребенка ко мне в класс. Сейчас у меня первый класс, и с первым классом очень много нового. Они достаточно современные, и они идут вперед, много рассказывают. И есть такие вещи, которых я не знаю. Они рассказывают мне, они учат меня. Сегодня в Муравленко трудится более 600 педагогических работников. Среди них не только школьные учителя, но и воспитатели, музыкальные работники, методисты, тренеры. Многие являются обладателями грантов и победителями профессиональных конкурсов самого разного уровня. Спасибо огромное, что вы вкладываете свою душу в наших детей, учите, наставляете, иногда непослушных, иногда детей, которые не понимают, кажется, но вы мудро идете к своей цели и достигаете самых больших результатов. И сегодняшние вот награды тому подтверждение. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Муравленко в рамках проекта «Герои Ямала» посетила первый директор детской художественной школы Людмила Ларионова. Учреждением она руководила на протяжении 17 лет. С 2014 года проживает в Белгороде. Для художника пасмурный день – отличный повод для творчества. Радуясь и восторгаясь, Людмила Ивановна гуляет по обновленному городу, в котором не была более 9 лет. Там, где раньше были песчаные пустыри, сейчас красивые тротуары и скверы. Кисти и краски сами просятся в руки. Здесь вот карандашики наши любимые, потому что мы там часто зоны какие-то проводим творческие. Слушай, для пленэра вообще места. И для пленэра здорово. На прогулке почетную гостью города сопровождают ее коллеги. Подруга Ольга Бондаренко, директор детской художественной школы Елена Паникарова и бывшая воспитанница, а ныне молодой педагог ДХШ Анна Казакова. Так как она была моим не руководителем, а директором места, где я обучаюсь, она, конечно, уже была мудрая женщина, где-то строгая, где-то мягкая, но мы никогда ее не боялись. Доброй души человек. За плечами Людмилы Ивановны 47 лет педагогического стажа. В сентябре она отметила 70-летие, но продолжает преподавать в детской школе искусств города Белгорода. В Муравленко она проработала 17 лет в должности директора ДХШ. А вот и мой дом. Вот здесь я жила. Вот это здорово. До отъезда с севера. Вот в 8-й квартире.
окна выходили на школу. Ага. Все преподаватели: откуда вы знаете, когда мы пришли? Я говорю, я глаза открыла, смотрю. Я вижу, во столько Оля пришла, во столько Света пришла. Ветхое здание ее родной художки в прошлом году снесли. Сейчас занятия проводят на Ленина, 14. Самый продуктивный период жизни, когда все можешь, силы есть еще, инициатива, и вот хочется работать, вот как раз пришлись на Муравленко. В детстве около 20 лет я как проработала, мне, в общем, в кайф была работа и до сегодняшнего дня. На протяжении нескольких дней ребята учились рисовать с талантливым педагогом. Людмила Ларионова провела мастер-классы для воспитанников художки и учащихся дизайнерского направления многопрофильного лицея. Графика, о которой сегодня я хочу с вами поговорить, это есть три основных понятия – точка, линия и пятно. Нуран Алиев мечтает связать жизнь с профессией дизайнера с 5 лет и уверенно идет к поставленной цели. Встречу с талантливым педагогом считает для себя знаковой. Я недавно окончил художественную школу и как будто вот вернулся туда. И очень хорошо объяснили лекцию. И прям атмосфера такая была хорошая, тишина, все рисовали, все кто-то у кого-то новые идеи, все рисовали разные линии. Это очень круто на самом деле. Участники проекта «Герои Ямала» – это ветераны освоения округа, внесшие значительный вклад в его развитие. Традиции, которые появились в детской художественной школе благодаря Людмиле Ларионовой, здесь бережно хранят и продолжают ее дело. Конечно же, у нас все современное, уже и школа оборудована другим материалом. Но я думаю, что самое главное, что Людмила Ивановна вложила в педагогов, в коллектив, то, что внутри должно быть творчество. Внутри должно быть вот искорка такая, чтобы можно было взрастить крылья и полететь. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Ряды Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пополнили 7 жителей города. Среди них ветераны боевых действий и военной службы, а также действующие участники СВО. Городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» работает в Муравленко с 2021 года. Оказываем, какое можно, содействие нашим парням, которые воюют. Также мы участвуем во всех мероприятиях городских, работаем с детками, с подрастающим поколением. В марте этого года в зону проведения спецоперации они передали автомобиль для бойцов батальона «Кедр». Работу по сбору средств, закупке комплектующих для ремонта машины провели совместно с предпринимателями Муравленко. Мы решили, что он будет более практичным, повышенной проходимости, разумная, адекватная стоимость запасных частей в случае необходимости, возможность его быстро отремонтировать в полевых условиях. И также невысокая стоимость. Сегодня в городском отделении боевого братства состоит более 20 человек. Это ветераны боевых действий, участники локальных конфликтов. С самого основания организацию возглавляет Руслан Франчук. Я хочу начать с вручения членских билетов нашим новым боевым братишкам. Ряды боевого братства в Муравленко пополнили еще 7 жителей. Среди них и 2 участника специальной военной операции. Предложили вступить в боевое братство. Как бы я очень рад быть членом этой организации. Я думаю, это очень важно. Поддержка ребятам на СВО – это очень сильно важно, потому что любая помощь там нужна. И таких, кто помогает в Муравленко, немало. Хочется помочь, чтобы быстрее закончилась война, и ребята вернулись здоровые, чтобы меньше погибало людей. Меньше было беды, горя. Но приятнее помогать, конечно, чтобы люди понимали, что мы тут тоже переживаем за них. Только если мы будем действовать все вместе, да, то есть, как это и было и ранее, то есть, да, в такие времена непростые, то есть, всей страной, как бы, да, когда мы друг друга поддерживаем всячески, как можем, да, только в этом случае, то есть, у нас будет ожидаемые, то есть, результаты, то есть, да, то есть, динамика какая-то положительная. Кроме вручения удостоверений новым участникам организации, медалью за верность Евгений Родионов награжден командир поискового отряда «Ратибор» Андрей Просолов. Эта награда – это отметка, как раз вот поддержка и отметка моего боевого братства. Тех товарищей, тех ребят, с которыми мы вместе, с которыми мы делаем одно дело. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях.